Житель Красноярска попытался вскрыть банкомат с помощью самодельной бомбы. Как рассказали в полиции, 34-летний житель краевого центра пришел в отделение, где начал устанавливать неизвестного происхождения устройства. После чего молодой человек отошел в сторону, а самодельная бомба взорвалась. В здании сразу сработала сигнализация, но вот банкомат никак не пострадал. Злоумышленник после неудачной попытки взлома скрылся с места преступления. Но сотрудники полиции установили его личность и задержали. Ранее уже был судим за умышленное преступление, имущественное умышленное преступление. И суд, рассмотрев данное уголовное дело, вынес приговор и осудил его к 1 году лишения свободы.